ее предсказания многим женщинам помогали найти свою судьбу. Но сама Ванга всю жизнь была одинока. У Ванги прямо проклятие это на мужчин. Отец бил, потом муж, и этот потом. Все мне завидуют, даже самые близкие. Но у меня страшная жизнь. Настоящая Ванга. Такой ты ее еще не видела. Сегодня в 21:00 на Домашнем.